Герои нашей сказки – это, во-первых, две бабушки-рассказчицы. Такого еще не было у нас в спектаклях. Вот. И они рассказывают сказки для маленьких детей. Две бабушки, Матрена и Алена, сидят на лавочке и ведут неспешный разговор. Причем Матрену озвучивает артист Владимир Волков. Очень долго Владимир искал голос для своей героини. Смотрел на куклу маски, на лицо маски. Вот, и подбирал голосовую маску, вот, и как-то родилось. Героиня Светланы Корнеевой – Алена. Она совсем другая. Искали долго, очень доискали, но ничего, пристроились. Нашли, вот теперь нашли вот такой вот голос. «Сказочки на лавочке» – спектакль по мотивам двух русских сказок «Кот, лиса и петух» и «Вершки и корешки». Спектакль длится 40 минут. Премьера состоится 27 мая. Марина Антуганова, Юлия Пак, «Наше время».